Некий новый взгляд на бегство Наполеона из России исполняется впервые. Рояль Булакова просит. Я стою в универсале, там-тарам-тарам-тарарам. Я разглядываю полки, не цепляю никого. И какой ты белый ангел, что стоит здесь не за даром, говорит мне сладко звучно. Ну чего тебе? Чего? И от этого звучания мне становится волшебно. Что-то мямлю, но не слышу лепетания своего. Говорю, что голодание — это в принципе целебно. Но вообще-то вы на полке хоть поставили чего. И на это ангел Люся, так зовут ее в народе, говорит довольно тихо. Там-тарам-тарам-там-там. Что, наверное, означает, что не гоже там уж вроде, что, мол, глотку перекусит за родной универсам. И опять плыву в нирване, жадно воздух ртом глотаю, все весеннее краснеет, синий дым со всех сторон. Касса с выручкой дневною моментально исчезает. Остаемся я и Люся, входит сам Наполеон. Император недоволен, по Калужской не пустили. Отступают по Смоленской, где успели все подъесть. Сзади маршалы толпятся, слюни голодно глотали. Похудевшие гвардейцы, ну, просто жаль на них смотреть. Ты кровью. Это, между прочим, признак. Он разглядывает полки, и икра дрожит сильней. Поворачивает к Люсе, подзывает к нам Мюрата, похудевший и прессанный. Вот усы вздымает вверх, император начинает. Решетило из ружей своих.
упираться с громким плачем, и Мурат с таким же плачем, и гвардейцы тоже с плачем покидают магазин, и бредут они толпой по заснеженной дороге, проклиная все на свете. Впереди Березина, да-да, уи-уи. Вновь меняется картинка, все вокруг опять светлее. Даже вас, те же люди, оживутся, как всегда. Я стою и улыбаюсь, на душе моей светлее. Понимаю, что бы было, если б здесь была еда. Поворачиваюсь к Люсе, опускаюсь на колени и прошу ее смиренно мне внимание оказать. Я прошу, чтобы дали книгу жалобы и предложений.